Всем привет, на канале Хьюганта. Мы играем Mass Effect Andromeda. Мы до сих пор на Кадаре. Пойдем по квесту об убийстве в порту Кадаре. А потом попробуем все-таки... Так, со сковородкой какой-то. Вот, потом надзиратель. А потом уже с Рейсом каким-то поработать надо. Так и я не понял, правда. Что за квест? Не, подожди, дойти. Я так ничего не переключился? Нет, нормально. Ой, боюсь, нам опять в бар надо идти. Зря из него вышел. Опа, опять. Глючок какой поймали при загрузке. Рейс. Райдер, я рад, что ты здесь. Ты уже слышал по убийству? Я заведение Карвы, еще один труп. Ты работаешь шарлатаном, говорят. Он не верит, что это шарлатан. И хочет, чтобы проверили. The killer could be unhappy with how Sloane's running things. Less than a third of the victims are outcasts. No. If I was the betting man, and I am, I'd say it was the Rokar. Why would Rokar be in Kadara port? It's Angaran beat, and before Sloane, Angaran run. I think the Rokar came here looking for new recruits, and things got out of hand. Думаю, Рокар пришли сюда с новобранцами. А потом все пошло не по плану. An Angaran port run by aliens would be a prime target for their cause. Короче, все равно будем искать виновного, то какая разница. Doesn't want to antagonize the Rokar. Guessing that's where I come in. I need that fancy AI of yours to scan for evidence that could implicate the Rokar. People are scared, Ryder. Короче, ищем Рокар. To win friends in Kadara port. Нужна моя помощь. Looks like I'm adding detective to my growing list of titles. Detectives find things, and you're a pathfinder. Yeah, I got it. One of the crime scenes isn't far. Give me a call. Да поехали уже, что-то. Укажи на место, мы пойдем искать. Ну, я поговорю, а где другое здание? Так, давай. Место преступления. Это у нас где? За территорией? Я думал, в трущобах. А теперь? О-хо-хо. Ну, мы вас вызовем с телепортом. Надеюсь, грузиться будет быстро. Опять завис. Знакомое место. This is the murder site. Mr. Vidal asked you to investigate. Reyes, I'm at the crime scene. Рейс, я на месте преступления. Отлично, у меня есть данные погибшим. Мужчина Кроган. По имени Эйр. Иар. Ему отобрали передний щиток, потом застрелили.
poor bastard. Бедняга. Это так не останется. Просканируй там, постарайся найти хоть что-то, что ведь нас на убийцу. Брызги крови. Тут я бы сказал следы даже. Я решил, минимум троих нападашь. Неплохо для начала. Ангаран blood matches your Rokar theory, Reyes. DNA cannot identify political affiliations. Keep scanning. We need hard evidence. Сканируем. Точнее, идем уже по следам. Нож. A knife. Нож. Убийца выбросил во время бегства. А, здесь что-то написано. Что он полный чужаков, что на этой тюрьмой. Два Аксура. Не знаем. Прижал нож Ангара. Его мог украсть их знаник. Да ты чё? Возвращаемся. Даже не возвращаемся, телепортируемся, потому что, я думаю, уже сейчас будет конец. А тут куда-то идти, в другое место надо. Ну, поехали, поехали, конечно. Ага. Здесь мы были, но... Не смогли туда попасть. Да. Нас туда не пустили. Рейс в прошлый раз. Рейс должен быть здесь. No sign of Mr. Vidal, Pathfinder. Shall we proceed without him? That's not... Это засада. Не двигайтесь. Were we too loud? Мы слишком нашумели? Молчать. Фора с вами разберется. Мятежники. I don't need to tell you what happens next. Тебе ведь не нужно говорить, что будет дальше. You're going to try to kill me. Попытайся убить меня и моих людей. Сначала хочу задать тебе несколько вопросов. Нет. Мы пустим тебе кровь, как и всем остальным. So it's true. Значит, так и есть. Вы убивали невинных? Invaders and sympathizers are not innocent. Жаки и их прихлебатели не невинные. Я защищаю свой дом. Don't let your hate poison you. Не давай ненависти отравить тебя. Слоун lies to my people and uses them for power. I'm not Sloan. Это я не Слоун, там что-то я не ради власти тут. Мы все одинаковые. Not so fast. Не спеши. Ты опоздал. У меня была уважительная причина. Видишь, через три. И ты объясняешь. Два. Один. Типа, бум. Все еще злится? Сдохни. Ой. Ты чё? Какие интересные бойни. Снайперы. Опачки подбираем. Привет, снайпер. Главное, чтобы я доставал.
как бы, и что тут? Че ты встал? Надо боеприпасы подобрать. Все. Какие у нас цели? Иди по пятам. А, покинуть убежище, отлично. Двигайся вперед. Тут, конечно, тупик. Не понятно, зачем приходили, правда? Если уже уходим, может, до конца все-таки пещерку посмотреть. Личные записи. Параноскос. Новая запись. Сегодня я видел один из наших. Летовал с этой мерзкой синей барменшей форту. Мне потребовалось все мое самообладание, чтобы не нарезать его на куски до того, как он вывалился из бара. Когда у нас будет достаточно новобранцев, всю планету понадобится избавить от этого инопланетного сброда и сочувствующих ему. Ну, короче, всех. Ты был прав. Эти логи доказывают, что они здесь для рекрутов. Да-да-да, начали местных убивать. Какая печаль. Проверим туннели. Хотя, наверное, кроме монстров тут никого не будет. Какая-то катушка навигационная. Это шумит. Это вроде вся пещера. Ладно, двигаемся к выходу. Только вот этот контейнер соберем. Найс, снаружи. Что это у нас тут? А, просто ответвление. Ладно, бежим. Не будем шибко отвлекаться на всякую ерунду. Уже ждут. На улице Кадара снова безопасно. Good, у тебя отлично получилось, Райдер. Не переживай. Я всем большим шишкам расскажу, кого они должны будут благодарить. Не знаю, зачем тут сердечко, это к чему. Может, изнанки видят инициативу в новом свете. Все возможно, признайся. Время от времени было весело. Мы разные вещи называем словом весело. Я составлю тебя передумать когда-нибудь. Ну не пропадай, первопроходец. Чем камень пристал? Ну и опыт какой-то получили. Очень ценный. Так, Кадара. Как бы вот этот выполнить? Если... У этого квеста нет цели просто. Активаторы. Это все неинтересно. О, стань врага. Давайте-то по этому сходим. Это вроде тоже такая помощь Кадаре. Может, потом будет, ну, новая цель тебе появится у нас. По тому квесту. Далеко там ехать хоть? Через гору или в объезд? Поехать через гору, конечно.
так будет быстрее. Ну, определенно, нормально проехали. Сернистые источники. Поговорить с выжившим. Да у нас трупак уже. О, нет, шевелится, смотри. Кто? Кто там? Хамаш, это ты? Я разговариваю, мы отвезем тебя обратно в город. Нет, я даже двинуться не могу. Уже слишком поздно. Я хочу отдохнуть. Не теряй надежды, брат. Может, расскажешь, что случилось? Ракеты напали неожиданно, убили всех. И он продержался дольше всех. Они не знали, что я жив. Грабили все. А потом они ушли в холмы. Что вы забрали, Кетта? Я не знаю. Припасы? Оружие? Детали от кораблей? Ладно. Тебе нужно отдохнуть. Спасибо. Я хочу. Кайдас, это Райдер. Слухи Кетта не беспочвенные. Черт. Я думаю, мы со всеми разбирались. Один из ранее сказал, что они отправились в холмы. Я проверю, что там. Я тоже посмотрю. Чаша. Ладно, давайте останки сканируем. И отправимся в горы уже. Горы. Отлично, тут недалеко идти. А, дальше что? А. Даже валяется, на кого-то сдавили. Следы? Нифига себе. И что? Зачем мне этот квест горит? Да я понял, подожди. Тут что-то все обрывается. Да посканируй, блин, трупак валяется. Сканировать нельзя. Загадочный квест. Найти следы кетов с помощью сканера. Давай искать. Четыре следов не вижу. А, может тут это типа на след навести? Cat tracks. They're leading up into those hills. Кетов ведут на холмы. Надо бы просто было на след навести. Сам факт, то, что след виден, никому не интересен. Новая точка. The exiles have quite a setup over there. Won't be happy to see you. Кет tracks. We're going the right way. Мы движемся в нужном направлении. Кет у нас пешком ходит, короче. Совсем плохо стало с транспортом. More tracks. Can't be far now. Чем мы уже близко.
Похож на кета? Видимо, нет. Look, a cave. Wanna bet Arquette inside? Еще раз спорим, там кета. Сейчас проверим. Impatient, are we? Что, не терпится? Слоун. О, вот так неожиданность. Ответ нет, ее не устроит. Я не позволю кому-то другому сражаться за меня. Особенно ручной собачке инициативы. Не нравится, что я здесь? Обсуди это с Кетусом. О, конечно. Хватит, пора заканчивать с этим. Такой брюзга. Каждая секунда, когда мы не в порту, шанс для коллектива. Мы с Верховцем сможем, что это было. Не знаю, что мы здесь. Приготовься. Разделся с Кетом, ну это легко. Кто тут стреляешь? Опа! Все. Слушай, игра. Стреляет, да? И гранат кидает еще. Пошел. Ай-яй-яй, больно. Это большие пещеры, похоже, да? Есть кого пострелять? Пойдем прям по туннелю. Как прыгать-то? Ой, да тут тупик. Смотри, я думал, тут можно обойти. Карты нету. Тут все. А там нет. Спуск идет. Кто бы мог подумать, контейнер. Перестаем дроны. Там модный чувак. В броне. Давно их не видели. Все, разделались. Что-то их тут маловато было. Свои кадры. Ага, вот. Ну, если мне предложили это, значит, мы все-таки сможем это выполнить. Это же хорошо. Возможно, появился какой-то авторитет. Привет. Здоров. Свобода. Ладно, поехали. Куда это? Ага, значит нет. Какой смысл? Поработать с Рейсом. Так. А кто это такой вообще? Чё-то так и не понял, кто это такой. Задачка, так задачка прям. Похоже, ее придется решить в следующий раз.
Как раз последние квесты выполню. Последние два. И уже будем вообще завершать эту игру, в принципе. Двигатель шевелится, смотри, будет сны. Он летает, смотри. Работающий корабль. Ладно, давайте на сегодня закончим. Да, продолжим в следующий раз. Уже найдем Рейза. И как его там, этого чувака. Рейсом. Потому что это последнее, в принципе, что здесь, наверное, можно сделать. Не считая вот это прыжка с сковородки. Вот и все будет. Ладно, всем спасибо и пока.